Всем привет! Это у нас желтушка обыкновенная и желтушка луговая. Это дневная бабочка из семейства желтушки. Тело бабочки 24 миллиметра. Это у нас самка. У них есть белое светлое пятно. Вокруг него черный распространены в России, Украине, Китае, Монголии. Гусеница зеленого цвета. На спинном теле есть 4 полоски желтого цвета. И 2 ряда пятен. Бабочка откладывает яйца на листик или на стебль. По одному яйцу и 2 яйца. Сначала гусеницы. Его едят. Они окукливаются на стебле. Иногда они зимуют гусеницами и куколками. С июля по осень они живут на юге. У бабочек на брюшке есть такая шубка желтого цвета. Конец. Пока, зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители.